Мама, ты что, меня снимаешь? Да, Алина, тебя сняла. Что ты кушаешь? Это мясо, оно вегетарианское. Не надо кушать мясо, которое в магазине. А это что у тебя такое? Это мне мама приготовила инзыл. Туда орешки поставила грецкие. Красиво? Да. Тебе нравится такое? Да. Значит, мясо, это вегетарианское мясо, а все остальные мясо там из животных сделаны. А я вот не хочу из животных мясо кусать. Вот за это кусать, да? Мама гимнула головой.